Ульяна, он у меня родилась как бы недоношенная. С детства у нас поставили как бы ДЦП, у нас диагноз, боремся с ней. И она сама боролась как бы с детства. И сейчас вот с ней вот как бы... На тот момент у нас семья была, вместе боролись. Мы начинали, как сказать, от костоправов, массажев в Орске. Мы ездили как бы лечиться самостоятельно сначала, как бы делали, да. Потом у нас у Ульяны было уже 3 операции. Вот она на ножки перенесла. Тоже и народ нам помогал, как бы ездили. Вот. И по интернету я как бы по форуму с детьми-ангелами стала как бы общаться с такими же родителями. В Москве все находится организатор, организовывает с такими же мамочками и проходит курс реабилитации. А сейчас вот как бы нами заинтересовалась Галилео. Нас записали уже, я как бы созвонилась, думаю, если получится, даст Бог, попадем туда. И там индивидуальный тоже подход, вот. Сама еще как бы это, но уже пообщавшись с теми девочками, кто живет в Москве, и они знают, что это такое, как бы для меня это, я ничего не знаю, как бы только узнала впервые. Говорит, очень хорошие отзывы, и есть тоже как бы результаты. Мы с мамой в том числе, и я после первого курса результатов не увидели, а вот после второго уже стали пародии быть. И вот... После второго курса мне лучше, я стала на шведскую стенку залазить и ходить с коляской. Нам как бы нужно 70 тысяч на лечение, там лечение плюс проживание. Вот, 15 тысяч это билеты от нас до Москвы, а туда и обратно. И до 23 июня мы уже должны быть там. Полсуммы мы уже собрали. Вот, я хочу, кстати, имею возможность, благодарю всех. Низкий вам поклон, то, что кто помогает нам в этом. Дорогие наши телезрители, мы вновь обращаемся к вам за помощью. Если вам не безразлична жизнь Ульяны Шахматовой, вы можете помочь ей попасть в реабилитационный центр «Галилео» в Москве. Для этого вам необходимо перевести денежные средства по реквизитам, указанным на ваших экранах.